Лук и стрелы. Ивановская федерация стрельбы из арбалета и лука впервые провела официальный городской чемпионат для любителей стрелкового оружия. Спортсмены из Иваново, Москвы и Костромы собрались на стадионе «Спартак», чтобы посоревноваться в меткости. Оружие участников отличается. Большинство стреляет из более точного и технологичного, блочного лука. Остальные используют классический вариант. Мы сегодня стреляем уличные дисциплины, в частности 70 метров. Это олимпийская дисциплина. На Олимпийских играх стреляют 70 метров, в помещении стреляет максимум 18. Следующие подобные соревнования мы планируем провести уже 3 июня. Это будут уже областные соревнования. Там можно будет выполнить норматив вплоть до кандидата в мастера спорта. Не менее полугода стоит тренироваться, прежде чем принять участие в соревновании подобного уровня. Все участники стараются соответствовать культуре федерации. На соревнованиях надевать только белую одежду. Некоторые участники уже выступали на межрегиональных соревнованиях. Кто-то осваивает лук и стрелы совсем недавно и лишь для своего удовольствия. Занимался стрельбой из многих видов оружия, таких как винтовки, пистолеты. Но больше всего мне понравился лук, потому что он более тихий, более простой в обращении. И не нужно оформлять какие-то особые документы на него. У меня лук подходит под стрельбу на Олимпийских играх. Ряд ребят стреляют такими же луками, но без обвеса. Вот, эти классы называются бариболл, голые луки, и инстинктив. То есть у них нету стабилизаторов, нету прицелов. Стрельба из лука – спорт не из дешевых. Неплохая блочная модель стоит около 100 тысяч. Цена стрелы – более 1000. Но, как уверяют лучники, деньги не главное. Как и в любом спорте, лишь упорство и тренировки – залог хороших результатов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.